Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый, но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки тайный том дремал до утра под подушкой. Привет, дорогие друзья, это Хоббит-отшельник. Есть такое мнение, что первые в жизни впечатления, в том числе и от первых прочитанных книг, отражаются на всей последующей жизни человека. И в этом смысле бывает интересно знать, какие же первые книги человек прочел. Мои первые три книги, которые я помню, были такие: «Спутник букваря», «Кыш и я в Крыму», а третьей книги я не помню, и вместо нее в моей памяти целая городская библиотека. А это первые книги, которые пришлись по вкусу Петрушки. Всего вам хорошего, дорогие друзья! Читайте и чтите книги!